Под Анапой расширили заповедник Утриш. Его площадь увеличили на 684 гектара. Земли лесного фонда в Новороссийске перевели в категорию земель особо охраняемых территорий. Стало известно из распоряжения премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина, которое опубликовали на сайте правовых актов. Напомним, что заповедник Утриш находится между Анапой и Новороссийском. В него входит почти 1500 гектаров морской акватории, а также почти 10 тысяч гектаров земельно-лесного фонда. А партнер сегодняшнего выпуска – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104.